Привет тебе, поклонник компьютерных игр и прочих виртуальных развлечений. С тобой снова я, Jetpod90, и ты находишься на моем канале, посвященном по-настоящему интересным проектам. Это очередная серия второго сезона Let's Play. Сейчас твоя задача. Поставь лайк, подпишись на мой YouTube-канал, обязательно нажми колокольчик, чтобы получать оповещения, и вступай в группу ВКонтакте. Ссылочка есть в описании. Ну и прежде чем мы начнем, я хочу порекомендовать тебе бесплатный многофункциональный видеоредактор VSDC, которым с недавних пор пользуюсь сам. Ну что, сегодня мы с тобой играем в Gigantic. Проект очень скоро уже закроется, осталось всего несколько месяцев, пока этого не случилось. Хочется получить максимум удовольствия от игры, ну и, возможно, сохранить эдакую память о том, что могло бы быть, и чего, к сожалению, как я понимаю, не состоялось, ну и, скорее всего, не состоится. Это, кстати, дико расстраивает. Ну, ладно, уже, наверное, ничего не изменить, хотя мне говорили, до сих пор идет борьба фанатов, они хотели бы, чтобы проект остался жив. Останется ли проект жив, это уже отдельная история. Так. Ну давай умирай уже, слышь. Ведьма обалдела, что ли, вообще? Ну давай, умри. О, вот так тебе. Найс. Так, мы сейчас отступим вот сюда под хилочку. Я начал бой сегодня за Тимата. Хочу, чтобы этот замечательный персонаж раздавал по щам. Давай, найс. За Петросянили. Еще, да? Еще, окей. Стан на 3 секунды. Давайте мы сделаем вот так. Очень точное прицеливание за Тимата. Точечное. Это вроде как снайпер, если я правильно понимаю. Им играть в ближнем бою не особо круто, да и вообще не рекомендуется. Старайтесь держаться на максимальном расстоянии. Блин, меня убили, я не успел убежать. Тьфу тебя. Зараза, раскидали меня. А лучник-то, кстати, хил, мог бы меня выхилить. Ну, я знаю, что он себя хилит. Я не уверен, что он хилит, может хилить меня, например. Но почему нет? 8 секунд уязвим. Блин, жалко, я не добрался вовремя до босса. Ну да ладно. Уже, как говорится, поздно метаться. Давай. Отлично. Так, хилочка. Еще хилочка. Защищает сферы. О, да. Ну, вот, отлично, ты умер. Красавец. Красавец мужчина. Красота. Так, мне нужно проапгрейдить, да, вот так. Ой, отлично. Просто запетросянили. Так. Отлично. Ой, отлично. Вообще здорово, прям. Прям малинка. Ну-ка. Отличненько. Так, что нужно? Нужно сделать вот так. Так, восстанавливает две ракеты. И здесь мы сделаем вот так вот, да. Найс! Nice.
где он там? Куда он делся? Вот так вот. Хорошо. Ой, отличненько. Так, так. Вот, 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 давай, подруга, давай. Слышь? А ну-ка успокоилась. Так. Тут мы увеличиваем крак армор, да, мы сделаем. Разрушение брони у нас будет. Ой, как здорово. Я предлагаю вот так вот. Найс. Ага, я понял. То есть нам уже нет смысла, да? Упарываться туда. Давай. Отлично. Давай. О, здорово. И это победа. Да, и это был тиммат. Классный боец на самом деле, но на дальней дистанции. В ближнем бою, если к нему подойти, его прям можно вот так вот разобрать. Особо он какую-то сопротивляемость дать не может, но опять-таки... Может быть, это и не требуется. Все-таки это снайпер. Скорее, это типа персонажа поддержки. Поехали дальше. Ну, а я продолжаю веселить тебя в игре Гигантик. И на этот раз взял в руки персонажа Ору. Я за него ранее не играл. Я не знаю, на что он способен. Честно говоря, я даже скиллы у него не считал. Но могу предположить, что, судя по картам, это какой-то то ли фокусник, то ли волшебник, то ли... Я не знаю, кто это такой. Напоминает, знаешь, сказку, одинаковые это, двое из ларца одинаковых с лица, что-то в таком духе. Наверное, я не уверен, но... Может быть. Так, это я ловушку типа здесь поставил, да? О, да, иди ко мне, куда пошел? Да ладно, хорош выпендриваться. Нет! Твою налево меня разобрали. Неудачно я попался прям под раздачу двоим сразу. Так, ну-ка, давайте. Ну где я уже? Верните меня в бой. Спасибо. У-ху! Будет забавно, если нас боты начнут выигрывать. Хей! Так, забираем. Так. Забрал сферу, ставлю здесь лечилку. Отлично. Так, отправляемся в бой. Зачем мне тебя защищать? Маленький, что ли? It's deal! Это сделано! Да... Так, отлично. Через 4 секунды атака. Ай-яй-яй-яй-яй, да отвалите вы от меня-то! Давай, 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 беги, ну! Беги давай, неудачник! Обалдеть, просто, меня тут петросянет по-жесткому. Ну-ка, стоять! Теперь вот я тебе объясню, кто в доме хозяин.
Фух, вот это жесть была. Я думал, мне капец, если честно. Просто. И у меня союзники что-то как-то... Мы, конечно, против ботов играем, да, но... Но нужно же все-таки быть не настолько тупыми-то. Помогать там, поддерживать. Полезно иногда говорят, знаете. Но тут что-то я как-то не наблюдаю. Помощи. Вообще никакой причем. Так, кровотечение. Давай, умри уже. Найс. Спасибо. Так, атака. Давай, 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 давай. Я прикрываю тебя. Давай. Раздаем, раздаем. Давай, 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 давай. Отлично, прям вообще красота. Создал защитника сферы. Так, скоро бой не начнется. Найс. А, мы его вырубили. Так. Что я тут могу сделать? О, действие ловушка увеличено. Действие ловушка на 2 секунды. Область действия увеличена. Окей. И... Это у нас тут ловушки типа того, да? Так, минус один. Привет. Чё хотел? Не-не-не-не-не, отвали. Вот это красота, вот это да. Ну-ка, защитная сфера, давай-давай-давай-давай, ставим тебя. Отлично, проапгрейдил. Улучшение. Сила, ломаем броню. Это круто. Мы тут можем сломать всю броню нафиг. Здравствуй, растение. Ну-ка, давай. Давай без лишнего. Так, интересно. Блин, я сейчас помру, меня сзади, походу, еще прессуют. Нет, не прессуют, да ладно. Вау, я думал, мне капец. Так, теперь можно... Отбрасывание врагов. Ну-ка. Найс! Так, у меня со здоровьем Little Trouble. Так, а здесь что? Кто это поставил здесь? Ага, и кто-то проапгрейдил нашу хилку. Ну нормально, что? Молодцы. Такс. Я хочу добить вон ту штуку. Она полудохла, и я в нее достаточно много влил. А, это я не в нее вливал. Ну ладно, без разницы. Давай. Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай, уничтожайся, ну. А, наконец-то. Наконец-то. Вот это да, вот это я раздал. Красота прям-таки. Так. А вот накладывается зверь. Еее, детка. Зверь куда-то будет сейчас накладываться. Так, здесь что такое? Подберите. Так, подождите. А что подбирать-то?
это, наверное, копится, да? Наверное, я еще не накопил. Ладно, окей. А где все? Народ, вы где? Так, вижу. Найс. Little help. Так. Так, разбросаем. Давай! Победа! Да, Уру мне понравился больше, чем Тимат, скажу честно. Он тоже медлительный, не сверхбыстрый персонаж на самом-то деле. Но за него играть веселее, что ли. Ну, вот я не знаю, как это назвать по-другому, но, по-моему, это было намного забавнее, намного веселее играть за Уру, чем за Тимата. Ну что, еще одно сражение на сегодня. Отправляемся. Еще одно сражение на сегодня в игре Гигантик. На этот раз я играю за персонажа Имани. И я не знаю, что это за перс. Никогда не играл за нее. Это девушка. Но, судя по внешнему виду и по всем характеристикам, походу, это снайпер. Так, ну-ка, подождите, а это? Так, окей. Что у нас тут? Где сражение происходит? Ага, я вижу. Так, подожди, что происходит? А почему? То есть это снайпер, да, полноценный? Забавно. Это прям полноценный снайпер, ребят. Крутяк, слушайте. Так, любопытно. Никогда не играл. Эй! Невидимость. Ау! Жесть какая творится, слушайте. Так, собираешь сверху? Найс! Блин, мне бы еще здоровье восстановить, потому что здоровья у меня совсем нет. Так. Да, я понял, что за мной охотятся, да, я уже понял. Не, хорош. Офигели вообще. О, да, вот это удар ракетный. Слушайте, но мне этот снайпер нравится. А почему здесь призыв никто не сделал? Типа, нам не нужна хилка, да? Ну, правильно, зачем нам хилка? Мне понравилось. Слушайте, ну и мне прикольный перс, однозначно. Обычно как-то я стараюсь таких персов не юзать. Ну, я не сильно хорош в снайпинге. Перезарядка, стрельба без прицеливания на 20% быстрее. Выстрелы беспрецельные пробивают врагов насквозь, дают больше энергии. Так. Я не очень хорош в снайпинге, это во многих играх подтверждалось. Давай уже. Найс, выкуси. Вопрос там, а где все мои ребята? Тут вообще никого нет, где все ходят? Подберите, вон там у нас груз какой-то, да?
Окей. Так, ну мы это подобрали, это понятно. Так, наш босс летит. Босс летит. Сейчас босс раздаст по щам. Так. Особые выстрелы. Так, ну мне даже подходить, по идее, ни к чему. Найс. Так, отлично. Так, 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 восстанавливай. Здоровье, куда ты делась? Мне бы здоровье, да. О, восстановил, да. Отлично, турелька здоровье мне восстановила. Так. Найс. Вот это хорошо сейчас было. Так, что нам нужно? Так. Отличненько. Хорошо. Ну давай, отлично. О, да! Быстрая победа! Прикольно, слушайте. Ну, это крутой перс, мне понравилось. На максимальной дистанции, особенно чем дальше ты стоишь от цели, тем ты более эффективен, приносишь пользу, хорошо помогаешь союзникам, постоянно отвлекаешь врага, ну и урон приятный. Хотя, единственное, опять-таки, если сравнивать ее с милишником, вот с замечательной молнией, да, которая вот подо мной, вот этот персонаж, то... Все-таки ему не такая сильная, ну, мое мнение. Ну, опять, сугубо личное ощущение, ну и каждому свое. Ну что, я надеюсь, что тебе все понравилось, и если да, то обязательно ставь лайк, подписывайся на мой YouTube-канал, нажимай колокольчик, чтобы получать оповещения, и вступай в группу ВКонтакте. Ссылочка есть в описании. Не забывай, что этот замечательный продукт очень скоро закроется, если ты хочешь приобщиться к истории, потому что, как ни крути, все-таки по качеству... Эта игра намного лучше большинства своих конкурентов, и я уверен, что она останется в истории нашей истории, как игроков в нашей памяти. Заходи сейчас, она бесплатно, устанавливай и играй. С тобой был JetPod90, увидимся на следующей серии летсплеев. Пока!